Всем привет! Меня зовут Сёва, и сегодня мы будем строить Лего. Вот мы сейчас открываем его. Коробка нам больше не нужна. Вот инструкция есть. И вот это. Сейчас будем открывать. О, смотрите, это же почта. Нет, какая-то такая почта. Еще один. О, так много пакетов вообще. Много вообще. Такая инструкция. Кстати, хочу вам сказать. Не забывайте подписываться на мой канал Степа Бутов. Потому что мой папа, он сабскрайб. У него есть свой канал про кошек. Не у меня свой канал сейчас начинается. Да, это самое первое видео мое. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня, чтобы у меня было 1 000 000 подписчиков. А то у меня сейчас вообще нет подписчиков. Поддержите, пожалуйста, поддержите меня. А все мы будем... Кстати, не переключайтесь. Потому что это видео посмотрите до конца. Кстати, это крутой человек. А сказать, где я живу в Америке. Кто где живет, поставьте лайк. Если вы живете в Америке. А если вы живете в России, значит тоже поставьте лайк. Сейчас мы сделаем такую почту штуку. Она очень легко строится. Окей, нужно налить. Кто не знает, как это делать? Это делать очень легко. Смотрите. Смотри, как это делать нужно. Легко. Это очень легко. Раз. И открываем и ставим туда 2 почты. Вот первая почта. Тут вторая. Грузить на чьей почту, ставьте, знаете. Так трудно, вот она. Это просто. И закрываем. Это вам очень классно, смотрите. Здесь есть птичка. Очень хорошая. И все, тебе хотел очень классный самолет. Нет, я ж... Простите. Очень классный самолет. Сейчас мне нужно еще достроить. Там самолет, давайте посмотрим. Просто самолет очень крутой. Сейчас начинаем самолет. Сори, просто. Сегодня сейчас уже вечер, и родители мои, причем они сейчас все у меня работают. Мама работает, папа чуть не работал. Ну, мне 7 лет. Лет. А моей сестре 13, моему брату 17. Кстати, не забывайте, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Это мое первое видео, поэтому после этого видео, пожалуйста, подпишитесь первым. Кто первый подпишется, тогда я буду еще дальше продолжать. Строить. Кстати, знаете,
Одни мальчики на голове кружатся. Очень крутая песня. Я знаю, очень крутая. Я даже хочу танцевать уже так, как они танцуют брейк-данс. Знаете, брейк-данс, понимаете, трудно танцевать. Смотрите, нам еще предстоит две таких сделать. Вот и еще одну. Ставьте лайк. А мы продолжим. А я продолжу. Строить мое лего. Лего мне купил папа. Не знаю, почему купил. Уже я могу сам покупать. Уже, ну, не знаю. Уже так бы хорошо получается. Река ваша. Что сказали, вот сюда ставить? Неправильно поставил. Супер, супер. Одинаковое расстояние было. Хорошо теперь. Здесь тоже две. Теперь такие ступеньки надо сейчас сделать. Теперь нужно две таких. Красный, зеленый. Две синие нужны. Теперь нам нужно такой белый и
нарисуем такую как бы горку белую и сделаем как будто такую горку нарисуем. Вот так и вот так. Горка. Уи-уи-уи-уи-уи-уи. Горка. Сижу я на коврике таком твердом. Потому что она думает, такой коврик и такие мало. Мамочи. Всегда босиком ходит, поэтому еще такое. Они как уже выглядит хорошо этот сам. Каждый раз лучше и лучше и лучше и всегда лучше. Хотя мы такие. Смотрите, сейчас мы должны вот этот беленькую и этот. Ровно поставим так. Знаешь что? Так, теперь нам нужно взять такую. Теперь нам нужно... Смотри, я неправильно сделала. Сори, что я неправильно сделала. Thank you.
есть вот такой у нас получилось Лего классный. Есть вот этот набор Лего есть. Кстати, вы не заметили, там домик стоит. Сейчас попробуем, она залетит в домик. Вот это крутая у меня уже база в этой аэропорте. Он так вылетает. Всем спасибо за просмотр. Вы на канале. Не забудьте Стёпа Бутов. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!